120 фото, 4 номинации и 2 недели непростого голосования. Информационный портал NordLife подвел итоги полюбившегося северянам фотоконкурса «Лето в режиме NordStop». Он стартовал в середине сентября и за короткое время стал популярен у интернет-пользователей. Участники конкурса набирали сотни лайков в нешуточной борьбе. Самой популярной стала фото участницы в номинации «Северянки на старте». Сюжет «Девушка в лесу» набрал 659 голосов. Мы были в лесу, собирали грибы и вот так сфотографировали меня в там платке. И когда я увидела, узнала об этом конкурсе, я разместила эту фотографию. Меня друзья поддерживали, все голосовали. Большое им спасибо. Из 4 номинаций, пожалуй, самой запоминающейся стала «Непоседа в кадре». Смешные милые дети всегда вызывают улыбки. Особенно понравилось жюри фото маленькой помощницы. Фотография такая сама себе интересная, что дочь помогала папе нести воду для бани. И с таким энтузиазмом она так носила. И просто вот решили, сын тут еще подсказал. Ну а первое место в этой номинации получила семья Федорковых. Это такой как приятный сюрприз. Ничего особо не ждали, и тут первое место заняли. Это было очень неожиданно, очень приятно. Добавлю, все победители и призеры фотоконкурса «Лето в режиме NordStop» получили приятные подарки от портала NordLife и от спонсоров.